Дамы, господа, всех приветствую. Сегодня рассмотрим подключение телефонов Samsung к телевизору и к монитору. Для того, чтобы подключить телефон Samsung к компьютеру, ПК или к ноутбуку, для этого нам нужно установить на компьютере Samsung DeX. Заходим на samsungdex.com, скачиваем ее, ожидаем загрузки, запускаем установку, соглашаемся с лицензиями, устанавливаем. Программа DeX позволяет нам из телефона и того же самого телевизора или монитора сделать, в принципе, полноценную рабочую машинку для офиса, для бизнеса, для тех же самых даже игр. К телефону подключается любая периферия в виде мышки, клавиатуры, и это становится полноценным ПК, компьютером, всем чем угодно называете. В принципе, это все про DeX. Поддерживайте Samsung DeX сериями S от 8 начиная, сериями Note от 8 тоже начиная, сериями Z всеми, также планшетами начиная от Tab S 4 серии. Samsung DeX работает как на Mac, так и на Windows, подключается как беспроводной связью, так и по беспроводу. Итак, давайте запустим Samsung DeX, так как он уже установился. Запускаем. Смотрим, что он требует подключения. На телефоне сразу же выдается, что хотите ли вы запустить DeX. Начинаем. И начинается сближение. Немножко подождем. И все запустилось. Мы можем сделать полный экран, и у нас будет полноценный, соответственно, компьютер. Мы можем посмотреть все приложения, которые у нас тут есть. Все, что на Samsung у вас на телефоне, все есть и в Samsung DeX. Вы можете запускать электронную почту, соответственно, открывать файлы, смотреть фотографии, открывать Google Play, скачивать любое приложение и заходить в него играть. Ну, у меня есть скачанная, например, игра Marvel Future Fight. Она у нас должна быть в Game Launcher. Запускаем Marvel Future Fight. Соответственно, у нас теперь игра Marvel Future Fight полностью на полном экране компьютера. Как вы можете видеть, теперь он на весь экран. Можем поиграть. Если надоело, делаем свайп. Уходим. Можем сузить, сделать меньше окно, сделать шире окно, больше окно. Все что угодно. Работа с таблицами очень удобная. Создаем Excel, пустую книгу, например. И вот у нас полноценный Excel. Можно делать все то же самое, что и на компьютере. Итак, теперь про подключение к телевизору. На телефоне выбираем Samsung DeX, выбираем монитор, выбираем подходящий нам телевизор, который нам нужен, нажимаем «Начать». На телевизоре, как мы видим, сразу же просит разрешение, запрет или закрыть. Делаем «Разрешить» и идет подключение сразу же Samsung DeX. На телефоне сразу же предлагают открыть как сенсорную панель на телефоне. Вот она, сразу же панель. И вот у нас теперь телефон как мышка. Делаем все, что хотим на телевизоре. Ищем Game Launcher, например. И вот заходим в Future Fight. Также можно подрегулировать громкость. Ну и вот, соответственно, мы можем играть на большом-большом экране.
хорошим разрешением. Так, мы закрываем окно, идем в уголочек, и нам дает окно выбрать. Также мы можем посмотреть фильмы, мультфильмы, YouTube. Запустим YouTube, например. Вот. Например, как озвучивали Наруто. Ну и что? Все равно дома у меня никого нет. Соответственно, смотреть можем на полный экран также. Можем также убрать на маленький экран. Запустить что-либо еще. Почту ту же самую. Google Chrome. Дальше очень большие вопросы могут возникнуть. Почему у меня хорошее разрешение экрана стоит? Дело все в том, что DeX поддерживает, насколько я помню, только выше Full HD он не поддерживает. Чтобы он поддерживал, надо для этого устанавливать Good Look или Nice Look. В Nice Look нам нужен Multistar. Multistar I Love Samsung DeX. И здесь High Resolution for External Display. Это позволит нам использовать большое разрешение картинки через DeX. Через телевизор также можем проигрывать любые файлы. Видео возьмем какие-либо. Также можем в Телеграме общаться. Также в телефоне, вот она панель. Мы делаем двумя пальцами. Это мы двигаем. Как обычно, скроллим. Одним это управление мышкой. Чтобы что-то закрыть, тапнем и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть еще. И подписывайтесь на канал.